Здравствуйте, ребят. Вступила с пути на Opel Corsa в 1991 году. Он сделан из культурного пластилина. Такой у меня получился. Вот передняя часть. Вот задняя часть. Выхлопная труба вот там. Да, помялась чуть-чуть. Здесь каркас. Да, поравнял. Да. Да, такое у меня получился Opel Corsa. Отработал двигатель. Сейчас я покажу. Для этого мы откроем капот. Вот всякие. И там проволоки, всякие жидкости я здесь добавил. Вот чипонштейсен есть. А мощностью 206 лошадиных сил. Вот такая. Сейчас я покажу манекена. Давно подписчики говорили с манекеном. Вот я и сделал. Вот такая у меня машина получилась. Открывающие двери и капот, только багажник не открывается. Вот там крышка, там где можно бензин заправить. Колеса еще сделал с диской, вот так проработал еще днище. Вот как настоящий сделал. Да, вот так крыша вот такая у меня. Вот фара. Задний, вот выхлопная труба. Да, такая у меня машина получилась. Если вам понравилось этот видео, ставьте лайк. И не забудьте поставить в группе ВКонтакте. Всем пока. Пока. Ну и последок я покажу вот машину, которую я разбил. Очень обожал делать краш-тесты. Вот остался передняя часть автомобиля. Это у нас было Audi A4 в 2006 году, универсал. Я его вчера его разбил. Да, двигатель вообще сломаны. Колеса и остались. С этой стороны колесо вообще его расплющил. Да. Теперь уже точно возле. Всем пока.